Обвалы и выбросы метана в шахтах – дело для горняков привычное. И сегодня человек, используя современные технологии, более или менее успешно справляется с этими неприятностями. Однако иногда техника по вине самого человека дает сбой. И тогда происходит непоправимое – аварии с человеческими жертвами. По вине человека произошла и самая серьезная за последние 80 лет в России авария на шахте «Ульяновская». Авария – слишком высокая цена дешевого угля. Сегодня с вами вновь «Военная техника 2», и мы по-прежнему продолжаем свое расследование о том, как это было на самом деле. Согласно официальной версии, причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности и технической эксплуатации шахты. Шахта «Ульяновская» незадолго до аварии была оборудована современной системой газовой защиты «Дэвис Дерби», которая постоянно отслеживала концентрацию метана и при появлении угрозы возгорания должна была отключить электричество. Однако по указанию руководства шахты в систему были внесены изменения, и показания загазованности были многократно занижены. Руководство шахты пошло на такой шаг ради выполнения завышенных планов и извлечения максимальной выгоды. Неработоспособность газовой системы привела к тому, что при выбросе метана шахта не была обесточена, и возникшая искра привела к взрыву метана. Считается, что причиной искры стал поврежденный кабель комбайна. Кусок этого кабеля демонстрировался на слушаниях. Однако существуют и другие версии причин аварии на шахте. В частности, взрыв метана мог произойти и не только по вине электрооборудования, а вследствие естественных причин. При обрушении между отдельными обломками горных пород с силой ударяющихся друг о друга могут возникать искры, способные вызывать возгорание метана. Согласно другой версии, метан вспыхнул из-за скрытого источника огня. На протяжении многих месяцев в шахте наблюдалась повышенная концентрация угарного газа, который поступал из отработанного пространства. Наличие угарного газа могло свидетельствовать о наличии скрытого очага пожара. Вероятно, в выработке тлели остатки угля, и лишь недостаток кислорода не позволял пожару стать открытым. При обвале кровли закрытый очаг вскрылся, и при поступлении воздуха появилось открытое пламя, которое и стало причиной взрыва. Существует версия, что руководство шахты знало о повышенной концентрации угарного газа и отработанного пространства. Однако никаких мер для решения проблемы не предпринимало. Причиной тому опять же деньги. По правилам, пространство, из которого поступает угарный газ, необходимо затопить водой, что в случае Ульяновской потребовало бы остановку работ на неопределенный срок. Тушение очага могло занять несколько недель, а руководство шахты не было готово идти на такой шаг. Наконец, в числе прочих, рассматривалась и версия, что рабочие в шахте курили, нарушая все правила техники безопасности. Однако в момент взрыва в забое находилось практически все руководство шахты, и никакой рабочий в здравом уме не мог так нарушить правила в присутствии начальства. Как уже было сказано, следствием выявлены грубые нарушения технической эксплуатации со стороны руководства шахты, ее технических специалистов и рядовых рабочих. Государственная комиссия установила вину 42 человек, однако официальное обвинение было вынесено 11 сотрудникам шахты, в том числе ее директору, ряду инженерам, инспекторам и рядовым электрослесарям. В отношении 5 руководителей шахты дело не было возбуждено по причине их гибели, а позднее в отношении 6 из подсудимых дело было прекращено за истечением срока давности. Также по истечению срока давности наказания избежали еще 19 инженеров шахты, следствие в отношении которых было начато в 2011 году. Авария на шахте «Ульяновская» была скоротечной, а потому разрушительной. Все произошло буквально в считанные секунды. На момент аварии в шахте находилось 203 человека, в том числе и прибывшие на инспекцию 20 руководителей шахты и один английский специалист. В 14 часов и 19 минут местного времени на глубине 250 метров комбайн вскрыл зону тектонического нарушения. В результате произошло обрушение кровли выработанного пространства, частичный обвал на участке 11 бис и выброс метана. Установленная в шахте система газовой защиты не сработала, и в результате возникновения искры прогремел взрыв. Ударно-воздушная волна из лавы 50-11 бис по штрекам стала распространяться по шахте. Несмотря на срабатывание сланцевых заслонов и устройств локализации взрывов, автоматической системы взрывоподавления, локализации взрывов АСВП-ЛВ, ударная волна проникла по выработкам и через 5-7 секунд
В разных участках шахты произошло еще 4 взрыва. Взрыв был такой силы, что изо всех выходов шахты на поверхности поднялись столбы угольной пыли. В результате серии взрывов возникли множественные обвалы. Многие выработки стали заполняться водой и газом. Шахта после взрыва была отключена от электричества. Перестала работать вентиляция. Все штреки были заполнены поднятой угольной пылью. По словам спасшихся горняков, из-за плотной завесы пыли даже в лучах фонарей видимость не превышала полуметра. И передвигаться приходилось буквально на ощупь. В 15 часов и 18 минут на шахте начал работу Новокузнецкий горноспасательный отряд. В течение дня также прибывали спасатели из других районов Кузбасса и из других регионов. К вечеру этого дня на поверхность было выведено 88 горняков и поднято 25 тел погибших. Только через день, к 21 марта, были обнаружены практически все люди, находящиеся перед взрывом в шахте. Судьба еще троих горняков оставалась неизвестной. Последние два тела были извлечены только 18 апреля. Уже вечером 19 марта была создана государственная комиссия по расследованию причин аварии, а по факту взрыва возбуждено уголовное дело. С 20 марта начались массовые проверки всех шахт Кузбасса на предмет соблюдения требований техники безопасности. Уже 26 марта представители Ростехнадзора сделали заявление о выявлении на шахте Ульяновской грубейших нарушений, которые и стали причиной аварии. А 31 марта впервые была объявлена версия о предумышленном отключении системы газовой защиты. Рассмотрение уголовного дела по существу началось только в мае 2010 года. Оно было завершено осуждением двух человек – горного диспетчера и инженера-оператора автоматической системы подземного контроля. Однако после заявления Путина о том, что расследование не было объективным и полным, следствие продолжилось, и осенью 2011 года завершилось вынесение обвинений еще 9 человек. Окончательно дело было закрыто только в феврале 2013 года. Авария на шахте Ульяновская стала крупнейшей в России за последние 80 лет, и она имела самые серьезные последствия для угольной промышленности. Авария привлекла внимание общественности и Ростехнадзора, и уже в первые дни после трагедии стали очевидными масштабы тех проблем, которые испытывает угледобывающая отрасль России. Масло в огонь подлила случившееся 24 мая 2007 года авария на шахте Юбилейная, унесшая жизни 39 горняков. Две крупных аварии за два месяца – это сигнал о серьезных проблемах и его нельзя игнорировать. Практически сразу после аварии на Ульяновской все шахты Кузбасса и многие шахты и других регионах в России подверглись тотальным проверкам. Множество шахт столкнулись с угрозой закрытия. В последующие годы были ужесточены меры безопасности и контроль за деятельностью угледобывающих предприятий. Как докладывал Ростехнадзор, ситуация в отрасли в целом стала лучше. Однако катастрофа на Распадской в мае 2010 года показала, что урок Ульяновской подняли не все владельцы шахт. Авария имела еще одно негативное последствие. Государственная комиссия, проведя расследование, постановила прекратить использование на шахтах автоматических систем взрывоподавления, локализации взрывов АСВП-ЛВ, несмотря на то, что эта система при аварии на шахте Ульяновская сработала в штатном режиме. Она была признана неэффективной. Это решение вызвало недоумение экспертов и специалистов, так как данная система хорошо показала себя во время аварии на шахтах Кузбасса и Донбасса, а в Ульяновской она оставила распространение огня во многие штреки, обеспечив спасение людей. И, конечно, авария на шахте Ульяновская имела тяжелые социальные последствия. Без кормильцев оказались десятки семей погибших шахтеров. Эта проблема решалась на местном и федеральном уровне с помощью единовременных выплат и пособий. Авария вынудила остановить все работы на шахте. Однако в этом районе сосредоточены значительные запасы угля, поэтому остановка добычи была временной. После ряда преобразований административного характера шахта в 2012 году получила название «Усковская», а с 2013 года в ней начала работу новая лава 5025. Так что сегодня шахта функционирует и выходит в число лидирующих угледобывающих предприятий Кузбасса. А наш сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была «Военная техника 2» и рубрика «Как это было на самом деле». Комментируйте, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всего вам доброго, увидимся в следующем выпуске на канале.